Итак, друзья, Дима Свай Торнадо спрашивал, как установить SpaceMax. Значит, сначала несколько, сейчас остановим подготовки. Ребят, смотрите, у кого, допустим, Debian, и на данный момент версия не самая последняя, да, вот, допустим, выпустили Debian, да, и прошло 2 года, то есть версия всегда и Max новее. Поэтому я рекомендую, вот дам эту ссылку в описании, вот любую, да, вот Lost Pro. Сначала установить Snap. По сути дела, на первом шаге установите Snap, на третьем шаге магазин. Будет такой же магазин, можно через командную строку, потом можно через магазин. Там просто будет последняя доступная стабильная версия Emacs, 100%. Вот. И тут рассказывается, как устанавливать. В общем, ничего здесь сложного нет, разберетесь. Это как рекомендация. Хотя можете просто с командной строки установить там сюда. Я не буду, потому что у меня со снэпа. Emacs, да? Я рекомендую так. Итак, сначала мы устанавливаем сам Emacs. Сразу даю ссылку вам. После установки Emacs открываем домашнюю директорию ls. Значит, а. И у вас появится файл. Давайте я так покажу. Скорее всего. Появится точка скрытая, emacs.d. Такой же файл будет и в SpaceMax. Поэтому, если вы что-то уже делали с Emacs, и вам важно, то его надо просто пока переименовать. Да? Потому что то, что вы делали, вам уже навряд ли понадобится. Либо удалить. Я переименую, потому что у меня здесь реальная версия. Я просто буду показывать пример. Поэтому, что я делаю? В emacs.d и переименую emacs.d латест для себя. Все, теперь у меня файл переименовался, да, и теперь путь свободно. Так как у меня стоял до этого SpaceMax, который мы видео показывали, то я переименую также и SpaceMax, да, сам файл. Это файл настроек, с которым мы будем пользоваться, потом SpaceMax. SpaceMax, напоминаю, кто не знает, это Vim плюс Emacs. Поэтому я тоже переименовываю его. Вам не надо, у вас его не будет. Ну, все. Теперь я просто набираю GitHub именно. SpaceMax GitHub. Нахожу SpaceMax GitHub, и мне надо shell. Вот последняя директория будет emacs.d. И написано, что она будет в home. Я открываю терминал, вбиваю эту команду, нажимаю Enter. Просто клонирование репозитория. Все. После этого я уже могу запускать либо с командной строки, либо запустить так сам и SpaceMax. Я нажимаю SpaceMax, запуск, и он у меня спрашивает два вопроса. Первый вопрос, какой стиль? Мы будем выбирать стиль Vim, да? Вот внизу красным, то есть розовым выделено Vim, я нажимаю Enter. Второй вопрос, какую версию ставить? Стандартную или уменьшенную. Будем выбирать стандарт, который рекомендуется. Нажимаю Enter. Все, SpaceMax пошел устанавливать пакеты, и после этого у нас сразу появится файл SpaceMax. Вот он появился, да? В
вот который я переименовал, мы с ними будем работать. Другие какие-то файлы, например, которые находятся, если вы немножко работали с Emacs уже, то в папку emacs.d вам не надо будет лезть. Вся ваша будет работа заключаться только в файлы настроек. Мы рассмотрим. Все, пусть устанавливаются все пакеты. И после этого можно запустить Emacs. Уже будет запускаться SpaceMax, все как положено.